Накануне Нового года в городе Волжске произошло знаменательное событие. В Центре культуры и досуга «Звездный» микрорайон «Машиностроитель» после реставрации распахнул свои двери спортивно-танцевальный зал. Теперь в Центре культуры и досуга есть дополнительные площади для занятий художественной гимнастикой, бальными и современными эстрадными танцами, брейк-дансом, степ-аэробикой. В Центре культуры и досуга «Звездный» занимается 650 человек. Имеем на сегодняшний день 110 квадратных метров дополнительной площади. Стоимость проекта составила 1 миллион 976 тысяч. В этот проект вошли средства республики, города и спонсоров. С открытием обновленного спортивно-танцевального зала у горожан появилась реальная возможность с интересом и пользой проводить досуг. Подробности в газете «Волжская правда».